Мы на Электрозаводской улице у поворота в первый Электрозаводский переулок. Сейчас перейдем дорожку. Нет тут. Лучше не здесь, лучше на переходе. Здесь вот территория электрозавода у нас. Совсем небольшой переулок между Электрозаводской и Суворовской улицами. Нужно обратить внимание на фонарик. Такие в Москве можно встретить все реже и реже. Когда-то они были обычным делом. И вот, кстати, жилой дом по первому Электрозаводскому переулку, дом 3. Так, а мы сворачиваем улицу Буженинова. В ту сторону будет Суворовская улица. И первый Электрозаводский переулок заканчивается. Следуем в северном направлении. В сторону пересечения со вторым Электрозаводским переулком. Дом тут оказался среди офисов и предприятий. ДС Восточного округа. Перейдем, наверное. Много хостелов тут почему-то. Вот это, например, хостел Преображенка на Электрозаводской. Там хостел. Пройдемся немножко.